Всем привет, меня зовут Анастасия Сергеевна. А я Мила. Ты... Та-дам! Ну, давай, мам, продолжай. Мы только что вернулись из магазина IKEA, и сейчас я покажу вам сегодняшние наши покупки. Начну я с продуктов. Вот мои руки. Сейчас идет рождественский пост, и я поэтому купила овощные фрикадельки. Я их ни разу не пробовала, но я думаю, они вкусные, потому что в IKEA все вкуснее. Следующее — картофельные оладушки. Дальше тут обычные продукты. Сырники в каждой упаковке по 4 штучки и каждая упаковка по 99 рублей. Большая упаковка классических фрикаделек. У нас есть как раз дома брусничный соус, правда не икеевский, а Хэнс. Я думаю, подойдет. Следующее — это пачка имбирного печенья, упаковка из 5 куриных сосисок и еще был кренделечек за 29 рублей, но мы его съели в машине. Из продуктов это все. У нас произошла приятная ситуация на кассе. Когда мы выходили, я смело пошла за продуктами, а Костя стоял расплачиваться. Я услышала, как объявили, то, что какой-то счастливый покупатель, какой-то подарок. Вот, и потом... Я счастливый покупатель. И потом оказалось, когда Костя ко мне подошел платить за продукты, он сказал, то, что это он был счастливым покупателем. И ему подарили адвент-календарь, который до Нового года... стоил что-то рублей 700, вот, ну, в общем, там шоколадные конфеты с разными вкусами, нам повезло, первый раз в жизни мы что-то выиграли. И я. Итак, первая из наших покупок — это вот такой букетик. Его выбрала Мила. До этого я его увидела у блогера Марина Мьюзик 26, по-моему, ее канал называется. В общем, мне он понравился, но я не планировала его покупать. Но Мила его все-таки взяла. Она тоже это видеообзор смотрела. Наверное, он ей тоже понравился. Я хочу с ним. Играем. Такую белую полочку, я ее хочу повесить над кроватью под этой лампой, и вот как раз таки этот букетик, наверное, на ней будет поставлен. Вазочку, наверное, купим в магазине Fix Price, потому что в IKEA я не успела выбрать вазочку. Следующая покупка — вот такой осьминожка. У нас уже есть светлый такой дом, а этот я купила для дачи. Он очень удобный. Мы брали в Фикс Прайсе, он за лето весь выгорел на солнце, прищепки поломались, очень много выгорело. На эту полочку над кроватью мы купили две рамочки. Одну побольше розовую, другую чуть поменьше. Для наших с Костей подушек купили два одинаковых наперника. Они, кстати, были последние по 499 рублей. Милусе мы купили вот такой фартучек. Он стоил 299 рублей. Тут целый набор. Давай. Тут идет фартук.
тарелочка, поильничек и маленькая ложка. Ну, вообще-то, эта ложка нам уже маловато, мы едим большой. Вот. И поильник можно использовать просто как чашку. Себе взяла для хозяйства, для уборки вот такие перчатки. По скидкам взяла две наволочки, они по 99 рублей, у нас как раз такое постельное белье. Милуське купили полочку, я ее планирую повесить рядом с ее кукольным домиком для мелких игрушек. Запас взяла пачку фломастеров. Мы такие уже брали, они очень хорошо пишут, но у нас сейчас много фломастеров, эти будут просто лежать в запасе. По супер выгодной цене за 49 рублей взяли 8 вешалок цветных. У меня на работе такие вешалки есть, и они очень удобные, поэтому я решила, дома они тоже нам пригодятся. Следующая покупочка, вот такой миленький цветочек в горшочке. Я его тоже планирую поставить на вот эту полочку на кровати. В подарок моей маме я купила 2 вот таких контейнера и 2 набора вот таких баночек для специй. Вот. Я надеюсь, что ей это понравится и будет удобно пользоваться. Она обожает специи, вот как раз все оформит и будет удобно хранить. Последняя из покупок — это вот эта упаковочная бумага. Она сейчас тоже идет по скидкам. В следующем году пригодится для упаковки подарков. Сумка для покупок Stella 49 рублей, тоже нам всегда они пригождаются, когда мы на дачу едем. Ой. А еще сегодня Дед Мороз утром Милочке подарил вот такой наборчик. Вот. Под елочкой Милова нашла у себя. Это тоже киевский. И это были все мои покупки. Спасибо большое всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. До новых встреч. Всем пока-пока.